Моше от слова лемшох, вытаскивающий. Ну, можно сказать, это потому, что его вытащили тоже из воды. Так нашла его в воде по преданию дочь фараона, батья. И Моше, он, когда вырос в доме фараона, подрос, он оторвался от дома фараона и стал постепенно руководителем этой, этого племени, которое назывались евреи в Древнем Египте. И все его существо, вся его миссия заключалась в том, чтобы воспитывать и вести за собой эту группу, так называемый народ Израиля, это в будущем так она будет называться. И так, в общем, и получилось. Не, а внутри человека что это? А внутри каждого человека есть такая точка внутренняя, которая тянет его из эгоистической жизни в жизнь альтруистическую. Из того, что он будет существовать сам по себе и думать только о том, как бы наполнить свои эгоистические временные желания, еда, секс, семья и знания, то есть все, что составляет наш мир, когда его будет выталкивать это желание, называемое Моше, к следующему постижению, к постижению корня своего существования. Вот достижение корня своего существования – это и будет реализация желания Моше, которое называется Моше от слова «лемшох», вытаскивает его из ощущения нашего мира в ощущение мира духовного. Упомянули, что батя его вытащила. Вот батя – это тоже просто интересно разобрать, что это бат – Юд-Кей. Что это значит? Это значит сила Творца, которая так называется. Это не то, что женщина или девушка, девочка, которая вытащила его из, из Нила, сила духовная, которая проявилась в душе, которая называется Моше. И эта сила называется Моше от слова «лемшох», вытаскивающая, которая вытащила его из эгоизма изначально, из первичного эгоизма, в котором пребывал Моше, так называемое, это желание. И затем поднялся к свойству отдачи, свойству любви, свойству выше над собой. Так как-то дочь фараона вытаскивает... Но это не дочь фараона, это так говорится. Это, то есть одно из свойств эгоизма, оно отделяется от эгоизма и начинает работать как бы против своего отца. То есть можно сказать, что это точка в сердце? Да, это точка. Которая потом за собой вытаскивает все остальные желания. Да, да, все началось с батьи. Она нашла его в Ниле и воспитала его, и затем сопровождала его долгое время. То есть живет себе человек, и вдруг у него проявляется вот эта сила, которая выявляет в нем точку в сердце, он начинает что-то искать, и вот эта точка в сердце потом вытаскивает все остальные желания. Да. То есть, в принципе, вся эта инструкция – это как идет разделение и взаимосвязь между всеми этими желаниями. Египтяне, конечно, израильтяне. Это все в одном человеке существует. И человек должен проверить, разобраться в себе, какие его желания, они находятся на уровне нашего мира, то есть никуда его не приведут, останется жить с ними и таким образом и умрет, или его желания способны вытащить его на следующий уровень. И там уже он разберется с ними и будет существовать в ощущении мира высшего.